Приветствую на канале Asmo Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Я немного походил, чуть-чуть миссии не делал, ну так позанимался сбором. Хотел узнать, почему я не могу попасть в одну пещеру. Оказалось, что днем туда не попасть. Так что собираем. Днем туда не попасть. Так, 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 так. Капкан, капкан мой. Мне надо мышь как-то вывести. Чтобы она не погибала. Так, мышь. Ладно. Бог с тобой. Так, у меня мотоцикл-то должен быть заправлен. Так, посмотрим, что у меня с картой. Вот сюда я сходил. Посмотрел, почистил. А мне надо теперь вон туда. Что за достопримечательность, кстати? Ладно, поехали, посмотрим. Ой-ой-ой. Так. Тихо, 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 тихо. Да вот они спрятаны. На всякий случай возьму, не знаю, что из них, конечно, сделать могу. Понимаю, еще и скорость. Зачем скорость? На. Спокойной ночи. Давай. Хопа. С волка срежем шкуру, спустим. Не пропадать же мясо. Конечно, нет. Итак. Что у нас тут имеется? Олень на дороге. Хотя нет машин. Один есть. Вот он на дороге, олень. Так, соберем. Грибочки соберем. Блять. Вот это синее пятно, я так и не знаю, что это. Что-то расследовать. Окей. Так. Поправимо. Поехали. Лом везде пойдет. Во-во-во-во. Давай.
Это расследую. Я даже тут одного человечка спас ненароком. Ух, Африка. Охренеть. Ладно, посмотрим, что тут. Кого-то растерзали прямо. Ну, я так и понял, что наверх. Подожди. Он наверху, падла. Рупешник, так. Опа. Господи, это там, где их дохрена и больше. Мне их не победить. Так. Ага. Что-то расследовал и... На этом все. Ладно. Пойдем отсюда. Поехали. Что за нахер? Подожди, сохранится. Вот теперь смотрим. Кирка. И все. Блинский. Ладно, грибы собираем. Где тут еще что-то было? Подсобрать. Ягодку растения. Хрен на нее. Не знаю, что она мне дает, конечно, пока. Это ягодка растения. Но вот это я точно вижу. Вот этот вот. Ладно. Там какая-то микстура сосредоточения. Вот это делается, если не ошибаюсь, еще. Блин, вот так-то прикольно по полю, да? По полям, жополям и сиськи ляма, гублям и сиськи ляма. Вот тебе и по полям. Вот достопримечательность, мимо нее проезжаем. Будем сейчас смотреть, что такое. Так. Что-то есть. И тут что-то есть. А, вот. И вот сегодня я узнал. Хорошо. Что тут у нас? На что-то сгодится. Так, холодное оружие.
Ну ладно. Я так понимаю, достопримечательности тоже надо собирать. И что-то получишь за них. Поехали. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Не-не-не-не. Гнездо. Должно быть где-то здесь. Вот оно. Еще одно. Сейчас его спалим. Ага. Так. Блин. Вот оно, оно. Ну, почти добежала. О, можно заправиться. Общественный туалет. Ясно. Канистра. Пойдем. Заправим мой мотоцикл. То, что надо. Ну вот, порядок. Пусть она будет на видном месте. Так, здесь что у нас? Гнездо было. Я спалил все. Так. Ладно. Что у нас по карте? Ох ты, господи. Так, вот я сейчас стою, надо влево сходить. Вон в ту сторону посмотреть. Что здесь? Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Какая-то вышка. Станция. У меня она на карте есть? Нету. Не переживайте, я точно вернусь. Давайте глянем. Отклонимся немного. Вот на таком пирсе я спас человечка. Его застрелить хотели. Максимально. Блин, какие-то точки поставить. Где что есть? Блин, блин, блин. Блин, 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 блин. Мне чертежи нужны разные, чтобы собирать всякие штуки. Нет? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Снайпер.
Блин, блинский. Не меньше, да? Охренеть, он высвечивает. Потери! Так. На меня напали, я оборонялся. Просто так, 10%. Блин. Охренеть он в починке-то. Дорогущее удовольствие. Но зато как бьет. Ладно, будем искать. Так. Где я тут его... прибью-то. Вот так. Всегда пригодится. Давай. Вот сейчас мне хлам-то этот лом или что там надо. Блин, как бы сейчас не вышли. Никому не надо там. Так тихо, все спокойно у них. Никакого движа. Понятненько, что-то были, блин, за мародеры. Это разовая акция. Понятно. Лестница есть, да только как доплыть до нее. И не факт, что я еще схвачусь за нее. Ну, смотрите, вроде ничего не показано, что на ней что-то есть. Смотрим. Где я? Половина озера еще даже скрыта, блин. Я уверен, здесь потом люди появятся. И какая-то миссия будет. Давай. Да, будет. И да, появится, потому что лестница с двух сторон. Все построено на том, чтобы тут скрыто охотничать. В режиме стелс проводить операции. Сейчас посмотрю просто заранее, что здесь. О. Надеюсь.
Ну? Кувалда. Все так. Световая граната, осколочная граната. Господи, я прошел и не заметил. Ладно, она у меня с собой. Это уже хорошо. И много ли таких еще здесь? Сейчас посмотрим. Так. Малую группу зомбятины я не боюсь. Смотрите, можно залезть. Ладно, посмотрим. Так. Если есть ловушки, сразу их обезвредить лучше. Ну, вроде немного. Давай. Ну-ка. Так. Ага. О, ну-ка, что у нас по карте-то? Большая подстанция-то. Ладно. Так, и что у нас здесь может быть такого? Блин, близко. Так, можно заправить байк. Туда нет? Спрятаться.
Давай, движок вытащим. Лом есть. Тут пока все есть. Ну да, до хрена еще чего, вот в уточке есть. А, в смысле, эти тоже показаны. Все, понял. Дверные ручки. Так. Ну, вроде зачистил. А как туда попасть вот? Я уверен, что через эту дверь. Нет? Не так, а как? Блин. Ладно. Что-то где-то она чтобы заработала. Сюда. Где по карте мы? Как у меня этот промежуточек оказался маленький-то? Ну, вроде ни на кого тут охоты нету, людей-то нету. Может, генератор где-то надо заправить, чтобы это дверь открыла. Все-таки электроподстанция он. Все такое электрическое. Бензин есть. Ну-ка. Сюда зайдем. Давай. Только рычагов, блин, а нажать-то не на что. Вот так вот. Ладно, потом как-нибудь. Мне только одно интересно. Снайпер был. Эти чучела были. Кто где ожил опять?
Ладно. Ночь наступает. Наступает ночь. Вот. Тела-то их не есть. А вот откуда они за мной шли? Охотились. Подожди. Тут еще должно быть логово. Нет? Одно оно, что ли, здесь? Пока нормально. Бежим. Так. Нормально я вас положил. Возле моего. Так, подожди, а если я посюда забрался, так тут повешены, это недалеко должны быть эти. Ну-ка, давай-ка сохранимся. С повешенными рядышком там всегда же это. Блять. Это где я? Давайте поднимемся. Посмотрим. Нету ничего. Никого не видишь. Ладно, тогда пойдем. Запас силы иссяк. Хорошая, да, идея на кладбище ночью приехать? Твою мать. Опа. История табличек. Подожди. А, покидают район задания. Вон оно что, Михалыч. Все красно. А что у нас за миссия-то? Так, найти на кладбище Пайонир, только что объявился. Понятно.
Какой-то пайонир. Так. Что такое пайонир? Мне бы еще знать бы. Чего я ищу? Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? А здесь что такое лежит? Доска? Нет. Здесь. Плачущий ангел. Мне бы еще знать, насколько большое это кладбище. Нет, так, подожди, подожди. Вот здесь что-то можно. Значит, будем посмотрим, что тут у нас. Может быть, здесь? Давай. Есть. Осталось определиться, кому это отдать. Бухарь, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь. Я только что видел вертолет. Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро прошел прямо надо мной, как будто меня не заметил. Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет? Я поеду за ними, а попробую выяснить, что они тут забыли. Дик, будь осторожен. Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты, какие глупости? Давай. Так. Вот привязали. Кому отдать? Знаем мы, кому отдать. Вы покидаете район задания. Твою мать. Давай. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Опа. Это доп-миссия по ходу дела там. Специалист Нерва, что тут могут делать ученые?
Надо подобраться ближе, глянуть, что там. Так, главное не шуметь. Так, бойцы учёные одеты в особо защитные бронекостюмы. Они неуязвимы для ваших атак. Посмотрите в бинокль с помощью. Так, если противник человек, метка позволит вам знать. Если меня увидят, я труп. Бросить камень, отвлеку их внимание. Давай, уходи. Чёртов дождь. Вот все время льет, как из ведра. Так, а мне-то куда надо? Вот сейчас надо, да, было прочитать. Так. Наблюдайте за ученым Нейра. Как самочувствие? Сколько времени это займет? Заметка номер 2.0.0. Проследив за большой группой, числом около 500-600 особей, мы подтвердили, что местом их гибернации... Док, в графике на завтра значится 23. Это мы? Нет, это Убрай. Понял. Убрай? Черт, на чем я остановилась? Мы подтвердили, что местом их гибернации является пещера High Desert. Кодовое обозначение — сектор 15. Вытоптанная трава у входа и наличие следов, фотографии прилагаются, указывают на то, что это место они используют уже давно. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного лейтенантом О'Брайеном, этим утром в пещеру вошли приблизительно 447 особей. Охренеть! Выслать еще одну группу после 19.00 для изучения внутреннего пространства пещеры. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до первобытного состояния и перешли на ночной образ жизни, кажется все более состоятельной. Конец отчета. А внутрь не пойдете? Ты что, не слышал? Больше 400 особей. И это не какие-то там заурядные фрики. Это третья стадия. Но они спят как младенцы. Я спросил, не пойдете ли вы. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. Когда-нибудь будил медведя, впавшего в спячку? Да. А фрика, впавшего в спячку, будил? Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике White King. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить. Но не от них. Охренеть. Господи. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Нифига. Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Замуровать пещеры? А кому это надо? Так. Мои атаки на них не действуют. Понятненько. Нельзя высовываться из кустов. Интересно, а если зомбиков на них натравить? Долго еще? Без понятия. Это все от дока зависит. Как бы вертолет угнать? Слышали?
Блин. Давай, давай, давай. Где у меня байк-то? Выполнил я, нет? Я ушел, и они ушли, блин. Так. Пепельный болт. Что он делает? Пепельный болт и заставляет противников атаковать друг друга с таки... А, сварку можно устроить. Особо пепельный болт. Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь. Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервела, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил, до самого трехбалого Джека. В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации, а не Каэма Брайан. Давай. Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации, а не Каэма Брайане. Дик, не смей. Да нет! Нет, Бухарь, успокойся. Я просто... Так. Отдыхай пока. Чиним. Конец связи. Так, забираем. Это радио «Свободная река». Ну, конечно, свободно. Правда освобождает. То одище, в которое превратилась наша жизнь, не стало неожиданностью лишь так, для сохранились. Тех, кто давно меня слушает. Я был одним из немногих. Что стало с теми, кто высказывался против федералов? Что ж, им пришлось так, несладко. Как ты... На кладбищах полно несчастных, которые осмелились открыто выступить против лжецов. И за мной приходили. А что надо? Я основал свободный Орегон перед самым разгромом федералов. Вел трансляции из Мельвана, колеся из города в город. Тогда дороги еще не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в наивной надежде остановить фриков. С вами Марк Копланд. Вот это так. Радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Нет, Коуп. Вот кого на кладбищах полно, так это фриков. И ты не мог задержаться на одном месте, потому что если бы кто-то увидел твой минивэн, его бы разнесли на куски. И тогда мне не пришлось бы сейчас слушать это твое идиотское радио. Так. Понятненько. Только мне это сейчас пока не надо. Так, сохранимся. И давайте посмотрим. Сейчас более внимательно там. Осколочная граната, блин. Что они здесь понаоставляли? Вот позади меня где-то там. О, а где?
Я как понимаю, это где-то в пещере, да, нет? Давайте я гляну в пещеру, потому что потом, раз мы сохранились. Еще один маячок в пещере. Так, мне потом выйти бы отсюда. Вот он. Похоже, он тут уже давно. Инъектор Неро. То, что доктор прописал. Итак, запас сил. Да, хорошо пошло. Заметка номер 701. Это вторая экспедиция в систему пещер High Desert. Кодовое обозначение сектор 15. Отталкиваясь от исследования доктора Блэка, мы подтвердили гибель большой колонии Эударма Макулата, пятнистых ушанов. Приблизительный размер 3-4 тысячи особей. Помимо ожидаемых симптомов, борозчатой мускулатуры, расширенных вен и потери меха, на телах найдены отметины от когтей и зубов, порванные мембраны, переломы шеи и конечностей, что согласуется с агрессивным поведением на поздней стадии у других групп животных. Не для протокола. Что это за инфекция такая? Целая колония ушанов порвала себя на куски. Хорошо, что меня там не было. Я помечу образцы для лаборатории. Я надеюсь, что доктор Блэк все же ошибается. Да, хотелось бы верить, что с этим они тоже ошибались, но вряд ли. Волки. Блин. Топор, блин, дорого в починке. Мотоцикл. Не так дорого чинить, как этот топор нахрен. Ты думаешь, я тебя по дыханию не заметил? Заметил я тебя. Так. Блин. Ремонт, чё? Забираем остатки, еще одну. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели или слышали и подумали, что сходите с ума. Ни хрена мы не думали. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми, пав жертвами собственных. Подожди. Ну-ка, давай-ка вот сюда. Глупости. Но нет. Недалеко. Как я и говорил, они затаились, чтобы потом вернуться.
вернуться и восстановить власть над миром. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас пришли. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше 2 лет назад. А это Сэмюча просто пристрелит вас на месте. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не будьте лжить. Боже мой, Коуп. Ни хрена они не хотят вернуть. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ну, кроме одного. Да, тебя пристрелят на месте. Везунчик. Так. Что-то понять не могу. А там что? Ну, вот сюда. Понятно. Ну-ка, давайте-ка сходим. Я что, и не туда ехал еще? А, это пищ... Бля, понял, где это все. Нет, вот сюда. Раз мы недалеко, почему бы и не съездить? Тем более я на байке. Поехали, поехали. Вот она, ловушечка. Опа. На этих всех будках надо отрезать их, блин. Вот этих васильков у меня нету. Если откатить этот... Конечно, откатись. А, сойдет. Спокойно, граждане. Блин, берем, берем, берем. Не бойся, Альварес. Я не брошу тебя им на съедение. Давай. Порядок. Ну так только это еще не все. Готово. Ну-ка, подожди.
Все, вроде как сохранился. Сейчас посмотрим. Заперто. А залезть только с той стороны. Хорошо. Так, подожди, с этой будки мы ободрали все. Надо посмотреть по периметру, есть ли еще будки. Дигидон. Вот. С этой стороны посмотрим. Ну, не так-то, потому что ребята прыткие, шустрые. Нельзя их недооценивать. Так, а нам гостей здесь, ну, вообще не надо. Зеленый — это прекрасно. Ладно, посмотрим. Инъектор? Крутые у Неро штуки. Давай, а что у нас там следующая идет? Концентрация. Это... Вау, задание какое-то даже выполнено. Чтобы собраться. На 25% это очень хорошо. Бухарь говорит, койка зовет. Блин, а там что, ночь началась или утро? Мне надо на утро попасть. Ночь. Нормально. Не, мне ночь пока не нужна. Прилегу. Куда мне столько охотиться? Вот, все, сейчас безопасненько так и пойдем. Пойдем. Внутренняя дымка. Идем. Еще один регистратор. В общем, они расправились с ними. Дешутское ополчение. Ну и что с ними стало? Так. Что у меня? Ох. Зараженная зона на кладбище. Ну давай вот сюда сначала. Освободим кладбище. Так.
Блин, и как туда? Где оно? Твою мать! Ведь рядом где-то. Ни хрена не перепрыгивает. Ладно. Раз мне пока все равно по дороге. Куда? Так, хорошо. Задание выполнено. Да на ты, козлина. Так. Пепел. Подожди, а как, а где пепел-то? Вот он. Блин, это в гнездо поди пепел-то надо бахать. Ладно, это мы потом проверим. Задание выполнен. Где у меня карта? Вот, недалеко. Пойдем засвидетельствуем свое почтение этому господину. Поехал, поехал. Все равно мимо проезжаем. Блин, блинский. Опа. Что это? Это бинт. Бинт нам надо. Нам еще, конечно, детали нужны. Сейчас мы их подберем. Пока зомбиков нету. О, черт. Да заткнись ты. Так. Давай вот здесь. С морды соберем. Вытащим у него все детали нахрен. Гриб. Грибоед. Интересно, почему у меня
здесь не проходит эта достопримечательность. Надо что еще раз прочитать, пойдем. На вас открыли охоту. Ну давай посмотрим, кто на нас открыл охоту. Так, а мне далеко ехать? Охренеть. А я как-то могу это? Дай-ка, ну-ка, дай-ка. Поставить дикон. Так, а если слезть с него? Вроде ничего не захламляет, там ничего. Проехать можно, точно знаю. Блок в туннель, так, блокпост нейро в туннеле, так. Ага, ну давай так. Быстрый переход. Первый раз, конечно, воспользовался им, но посмотрим. %57. Сейчас заправим. Где-то что-то работает. А, этот генератор. Так. Оп. Бензин. Да. Заправим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. То, что надо. На дороге лучше эти канистры оставлять, я так думаю. Ну, город-то я зачищал. Она же наша сжечь труп Альварс. А, вот что надо было сделать. Ну-ка. Так. А, так я могу, смотрите, могу вот так вот сделать. Нам, так. Обратно сюда укатить. Только ну-ка слезь с мотоцикла. Давай-ка вот так вот. Сейчас сожгем у трупа Альварес. Не беспокойтесь. Так. Бензин. Давай.
Эх, вот не посмотрел, что надо было сделать. Уехал теперь. Туда-сюда мотаюсь. То, что надо. Но с другой стороны, вот этот быстрый переход он мне сейчас очень порядок. На руку. Через кладбище меня ведешь. Якобы короткий путь. Так. С миром, они больше тебе не страшны. Блин, все так, теперь быстро мы миссию сделали, смотрите-ка. Одну за другой. Хоп, хлоп, хлоп. Так, заправить. Вот она, канистрочка. Бухарь, слышишь? Да, Дик. Я позаботился об Альварес. Спасибо, брат. Она бы поступила так же. Хорошо. Да, ты прав. Конец связи. Так, минутку. Да, придется через город ехать. Только город я зачищал. Почему он у меня числится как? До него не могу проехать. Загрузить. Смотрим. А отсутствует закись азота. Бандиты, черт, что меня поджидаете? Остальные где? Нет! Сбоку! Сбоку заходит! Упал! Упал! Где ты? Дебил. Так. Все? Безопасно? Я тут... Для вас как будто бы тут все расчищал. Хорошо. Так, ладно. Ой, подожди. Я тут же у меня это... Заправка, дайте-ка я полный бак. Тут бензина должна быть тьма. Хорошо. Так. Где моя тьма бензина?
Эй. Подожди, подожди, это же... Вот она. Моя тьма бензина. То, что надо. Готово. Поехали. Вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. Нет, никаких попозже. Что значит вернусь попозже? Где оставшиеся гнезда? Мне-то они очень интересны. Откуда ты выбежал? С этой стороны нету. Так, здесь тоже должен быть, да, на второй этаж путь. Нету. Да твою мать! А теперь я тебя выпотрошу. Мне бы показаны были бы, где эти гнезда бы нахрен, я бы, может, их и уничтожил. Все. Не видно, блин. Так и живем, бля. Ну-ка. Достопримечательность. Блять, где это достопримечательно? Ну-ка, пойдем еще раз наверх. Вот она. А я и не знал. Обходим городок, смотрим. Где тут эти гнезда?
Вроде все спалил. Вот кроме вот этой церквушки туда зайти не могу. Так. Да, я тебя помню. Ну? Не выйдет. Не-а. Понятненько. На крыше, да, жили? Ты не чуешь гнездо, нет? Ну-ка, давай-ка. Давай. Дом тоже заколочен. Это у меня максимум. А как войти в дом, если он заколочен? Видимо, по сюжету. Понятно. Это если освободить, так все сразу. Что ты там ходишь? Поехали. Блин. Вау, они на меня с первый раз били меня. На. На. И еще разок. Вот так. Охренеть, представ. Блин, это такой первый. Так, что там у меня? Ну вот. Еще байк мой. Так, ладно, отремонтируем. Давайте возьму за, блин, оказывается, может правда говно стрелять. Ну ладно, как уж есть. Что с 5 до 7? Так.
гору. Лагерь бандитов. Сборище головорезов. Сколько засад вы устроили на этой неделе? Давай-ка. Сохранились. Я так думаю, здесь, да? Бандиты и головорезы-то. Или не здесь? А, вон они. С другой стороны. А здесь у нас кто? Понятно. Есть место, но неизвестно зачем. Ну ладно. Пойдемте на бандитов посмотрим. А где бандиты-то? Кто еще? Да между ними как раз. Пипец. Где вы? Сборище бандитов. Ждем. Больше орала. Давай.
Я не понял, почему максимально-то мне. Так. Что у нас тут еще есть? Да. Да. Смотрим. Ну, честно сказать, не могу найти никого, кто-то на бандитов походил. Хоть бы направление ткнули. Так, ладно, может быть, вот это тогда. Здесь, может быть, бандиты сидят. Смотровая площадка. Так, урон у этого меньше, да? Понятно. Растение. И отсюда. Не вижу ничего. Ладно. Уходим. И в желтых тоже не помню, чтоб собирал, ладно. Вот вроде бы по дыму как-то определяли.
Вот что вы тут делаете? Спрашивается. Так, эту табличку мы посмотрели. Ёлочка, нет. Вот это растение тоже соберем. Блин, близкий. Ой, да заткнись ты. А ночь настает, так вы размножаетесь как. Все. Вот где-то вон огонек. Как бы мне тебя обойти, человече? На всякий случай. Так. Давай, покажись. Вот он так отчаянно фонариком машет. Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. Вот так. Вот так. Нет, нет. Вот так. Пока.
пока все хорошо идет. Вот так. Сколько у вас в лагере? Неизвестно, ладно. О, грибочки. А, это не грибочки. Ага. Проходим, проходим. Господи. Ни хрена себе. Так. У меня просто нет слов. Ну, просто охренеть. Так, ладно. Где-то там. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Давай. Все, есть. Так. Все, есть. Еще. Давай, я знаю, что в доме есть. Так. Кто в домике? Кто в невысоком живет? Понятненько, он там не выйдет. Пойдем, мы теперь знаем, как бежать и что нам делать. Так. Такс. А, все, вот так вот мы его. Какие предусмотрительные среди трупов зомбика спрятали. Хитро. Понятненько. И этого никто не навестил.
Давай, я тебя навещу. О, круто. Любите убивать номадов, да? А как вот такое? Кто-то есть? Никого. Нормально идем. Опа, опа, опа. Ну лезь уже. Вот так. Ну давай, иди сюда. Ты скотина. Еще давай. На. Блин. На приличном расстоянии-то. И в позе горячих источников курорта. Это мне дало вообще. Лом везде пойдет. Найду тебе применение. Опа. Так. Сначала надо с бандитами расправиться до конца, а потом уже. Одна гнида осталась. Где он? Где-то в патруле. Блин, волки. Это все, что вы можете? Вот так. Ну да, ожидаемо. В следующий раз дважды подумаете.
прежде чем на кого-то напасть. Собрал. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. Есть. Очень даже есть. Отодвигаем. Заехать-то мы сюда, если заедем, то заправка-то где будет? На. Блин, все-таки пришел за мной. Можно будет продать. Всегда нужно. Конечно, продам. Ну давай посмотрим. Вот так. Ищем. Палка. Палка, огуречек. Нет. Ладно. Так, так, так. Да где оно может быть? На бункер. Где ты? Я иду за тобою. Машины какой-нибудь заставлен? Нет? Вот он. Люк. Ага, вот он. Открываем. Так, получается, там-то я тогда... Это радио «Свободный Орегон». Правда. Что-то не взял, что-то не подобрал тогда. Многие из вас не застали времен Холодной войны. Но те, кто жил тогда, знают, каково это. Услышав в небе самолет, люди всякий раз замирали от мысли «началось». Так... Дымовая бомба. Сейчас на нас бросят атомную бомбу. Ну и красная угроза, конечно. Каждый гадал о своем соседе. Кто он? Американский патриот или коммунист? С доверием тогда было туго. Покойный отец научил меня, что в тяжкие времена спастись можно только под землей. Первый бункер я построил с ним. Но мы не могли копать убежище прямо во дворе. На глазах у соседей. Пришлось вырыть его в лесу. Подальше от дороги, где никто бы на него не наткнулся. Бункер у нас есть. Есть бункер, пусть хоть вся страна летит вверх тормашками. Ты просто откроешь люк, спустишься по лестнице и окажешься в безопасности с радио и хорошим запасом еды и патронов. Блин, ничего надо будет посмотреть, где я бандитов первый раз полюбил. С вами где Марк бензин? Купленд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, Куб. И как? Помогло это ребятам из того бункера, который я только что зачистил? Не очень, видимо, потому что они умерли задолго до того, как я приехал. Так. Нету. Топлива тут нет. Ладно, он 500 метров осталось. Хотя уверен, где-то тут поблизости все равно что-то должно быть. Давай.
Утекай. Ехай, ехай, ехай. Так, это у нас чё? А милый чё? Да милый чё? Да. Оп, стой, чё-то. Ягоды собираем. Да. Я нашла способ, как открывать эти орешки. Открывай. Смотри, пап. Вот смотри. Открывай, кушай орешки. Это ключ называется. Смотрим. Там гнездо. Ладно. Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Вы, падла, специально уворачиваете? В мотоцикл свой попал, что ли? Завалил. Трофей. Так. Гнездо уничтожено. Сейчас пепел соберем с него. Глушитель. Глушитель я пока еще не пользовался толком. На винтовке. Ищем, что есть. Заправиться. Канистра. Где? Где мой конь? Лежит бедняжка на боку. Так. То, что надо. Половина. Порядок. О, подожди. Сохраним.
Блин, надо доехать побыстрее. Ну, здесь есть одно но. Чё, прибежали, меня там нет. С почином. Так. Чую по запаху гнездо где-то рядом. Чё, вот оно, я его даже вижу. Вот так. Смотрим. Пепел берем. Вот и. Озерцо вроде как почистили немного. Что? Кто кричит? Ну-ка, что у нас мачете? Урон поменьше, но прочность больше. Ну, прочность, правильно. Ну, топор можно починить. Прочность хорошая, большая. Ну, топор сильный. Блин. Вот я охотился на них потом. Зря снял шкуру. Так, а с этой стороны у нас что? А, мне туда и надо. Ну ладно. Деревенька. Кто-то подходит к воротам. Откройте им. Зим. Я уже в единственном числе. Так, где Такер и Рукай? В раскопках они. На каких, твою мать? На севере? Вон там. Тронет мой байк. Пальцы буду ломать тебе персонально. Вот. Да понял, понял. Вот и определились. Рубщик. Ага. Эй, как жизнь? Здорово. Разберемся. Так, ремонт. Заправка. Вообще не останется. Возвращайся. О. А извиниться. Давай. Что тебе так надо? Привет. Хочу посмотреть. Как скажешь. Уйди с дороги. Давай. Медикаменты и что он там привез? Он за какими сюда приехал? Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы на 25 футов вглубь. Нужны
Молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать. Я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают. А даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяц. Да мне наплевать. Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоитель. Тихо. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл, упокоители идут к нам? Да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача. Это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище и встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. Баба, а короче, рулит. Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Коуплендом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в Крыса. Районе все спокойно. Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними. Ну, все на это надеются. Они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты, ну-ка живо за работу. Не заставляй меня звать Сайруса. Ленивые подонки. А, шевелись. А пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона.
Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Да. Это случайность мне попался, только один живой. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Надо чего-то? Просто смотрю. Скоро вернусь. Прогуляюсь. Так. Эй, как жизнь? Привет. Вон туда мне. Ну давай посмотрим. Алкай. Что надо, Намат? Это что там было? М? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали. Ну, это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Давай. Так, оружие. Ну, вау. Ну, вот это у меня есть. Точности нет. Это только в минусы идет. 3 минуса. Но у меня получается пока самое лучшее. Здесь. Ну, урон поменьше, но зато темп стрельбы. Ох ты, особая дальность. Урон меньше. Темп стрельбы, опять же. Пока мне тут ничего не надо. Хотя вот это, может быть, и взял бы. Так и будешь там стоять? М-да. Уйди. Осталось определиться, кому это отдать. Мини обещал помочь привести в порядок ваш байк. Давай. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Значит, Коупленду. Решено. Байк дороже. Да и по сюжету. Уровень доверия повышен. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!